Навертинская чудица. Да, явно навертинский персонаж. Каждый день в половине пятого что-то там бормоча во мглу. Человечек в тельняшке ладанной появляется на балу. Если кто-нибудь терпит бедствие, он поможет ему в беде. Он назначил себя ответственным за спасение на воде. Он с упорством неподражаемым у фантазий своих в плену круг бросает воображаемый в набегающую волну. Призабавное помешательство, благородное ремесло. Верит он, что его вмешательство очень многих уже спасло. А в минуты покоя редкие он спасательный чинит круг. И улыбочки наши и едкие замечать ему не досуг. В его сердце обеспокоенном нету места людской молве. Впрочем, каждый из нас по-своему с тараканами в голове. Хорошо.